Всем привет, дорогие друзья. Всем здорово. С вами, как обычно, Маскаль. Буди. Да, и вот мы представляем вашему вниманию обзор на Warcup 2000... Ой, 2000... 211. На карте Pornstar Afu, которая была сделана в каких-то бородатых годах. Сейчас что быстренько посмотрю. 2008 года карта. Карта достаточно прямолинейная, особых роутов нету, но есть варианты исполнения этих самых простых роутов. Так что, пока я бегу сверху, Маскаль бегает снизу. Но я люблю снизу, поэтому я буду спекать, и Маскаль будет делать первый обзор. Давай. Давай. Так, ну погнали, мы появляемся. Вот, берем сразу плазму, берем батлу, пулсивит, и видим, у нас тут есть вот два джампада. Тут, и когда касается джампада, мы стартуем. Ну, можно... Сейчас, тут на определенной высоте где-то старт-триггер, где-то он. Вот, где-то он здесь, короче. Ну ладно, идем дальше, значит, мы должны вот туда идти. Значит, у нас есть джампад, есть плазма, берем, прыгаем, поднимаемся. Ну, так, сейчас нормально сделаю. Ну, типа, ладно, пойдет. Это плазма, давай! Есть. Хорош! Так, мы так. Поднялись, нам дали две ракеты, ой, 200 ракет, пардон. Что-то много как-то. Ладно. Значит, у нас есть большая яма. Там лобы вот. Есть. Нет, там что, там рампа. Ну вот да. Рампа. Да, вот рампа. Так. Угу. Значит, надо помогать себе ракетами, скорее всего. Ну ладно, мы падаем. А плазма здесь сохранилась, кстати? Да, не отняли еще. Ну, можно быстрее, но я не знаю. Ну, такое. Лучше ракетами, конечно. Ну, ракетами поэффективнее, да. Так, стоп. Ага, тут у нас такая же ситуация, как в начале. У нас два джампада. То есть можно их юзать, в принципе. А можно юзать эту рампу. Вот у нее дабл джамп, так. Так, ну нам подниматься вот туда вот. Считай вперед, значит делаем. Вот и так. А, тут он квад дает. И хейс там... дали, и квад, и все, всего понадавали. Ты меня отвлек. Короче, да, нам дали квад, на время. Сколько нам дали? На ну, одну там... секунду, по-моему, дают. Да. Ну, дали квад, да, одну секунду. И хейс на 3 секунды дали. Оп, тут. Сейчас, секунду. Вот так. Читер. Что сказать? Просто короче, читер. Так, сейчас. Момент. Так, тут у нас сохранились ракеты, когда мы поднимались здесь. И ну, плазма нам тут уже не нужна, скорее всего. Внизу мы видим, у нас овербаунса нету. Видим два джампада. А нам надо вот туда, вот, за эту стенку. Сейчас прыгаем. Вот так, и поднимаемся. Тут у нас рампа, вот от которой, скорее всего, надо отстрелиться. Так, тут мы видим, как-то странно стена выдвинута. Как эти, знаешь, такие декорации для фильма, типа, на подставках, лол. Тут у нас, тут, в принципе, ну, можно, конечно, тут пролететь, типа, ты все так вот по дуге залетать. Ну, там такое, что-то. Ну, тут вмешаться будет. Ну, в принципе, я когда играл, я там пару раз так пролетал нормально, неплохо. Вроде зеркально. Ну ладно, тут мы идем дальше. Тут от стены стреляться неудобно. Тут, во-первых, бортики, ну и стена глубоко. Не знаю, ну можно, конечно, от этой колонны отстрелиться, попробовать. Ну, такое тоже неудобно. Лучше под себя шкаф давать. Так, тут нам вот обратно на 180 градусов. Тут у нас джампад. Сколько? Так, на 950, по-моему, если сейчас. Да, 950, и он откидывает еще вверх одновременно. Соответственно, можно не просто как бы оттолкнуться от него, а еще отстрелиться так вот. Сейчас я попробую. Стоп, о, ну так, о, уже примерно. 1600, да. Так, и тут у нас по прямой просто. И финиш. Вот здесь финиш находится. Прямо в стенке он, по-моему, да? Да, когда откоснулся стены. Тут у нас наверху что было? А тут у нас слава, из которой, по-моему, то ли можно... Ну, можно выбраться. Можно, да. Сейчас. Тут по краям просто это... Да, можно, можно, не трудно. Чё по краям? Ну, тут по краям эти стоят. В лаве, когда ты находишься, по краям немножко выдвинуты бока, как бы. А, тут слава под этой штукой, да? Да-да-да, из-за этого ты думал, что, типа... Ну, я тоже думал какое-то время, что нельзя тут выбраться. На самом деле, можно. Да не, можно с ракеты. Ну, изи.
В принципе, тут все, дизайн такой скудный, конечно. Ну, порнстаровский, как бы. Ну, хотя порнстар, конечно, имеет в своем пуле карт очень-очень такие дизайнерские карты, очень геймплейные. Но вот это, ну и в связи с тем, что она не самая новая, как-то он, да, может быть, болел, может быть, бухал, кто его знает. Сделал он, посмотри-ка наверх, он там слева, видишь, торчит. Куда смотреть? Наверх, да? Прям, дальше? Еще прям наверх, во. Чуть что ниже, торчит? Чуть ниже. Вот, видишь, торчит рампа. Маппер, ты чё? Ну-ка, маппер. А ты, если я на клип включу, ты будешь меня видеть? Да? Да. Хорошо. Вот это косяк, как бы. Этого быть не должно, потому что если я захочу вдруг под потолком пролететь, и мне вот эта хрень будет мешать, я буду материться на маппера. А если я буду материться на маппера... Значит, я стану зергом. А если я стану зергом, то мне придется установить StarCraft. А если я установлю StarCraft... О, еще косяк. Ну, хотя тут как бы менее критично, чем на потолке, но все равно. О. В общем-то, если вы когда-нибудь соберетесь мапить, так не делайте. Пусть найдите хорошего тестера, который вам это все посмотрит. Если мало ли где-то будет косяки, он вам скажет. А еще прикол здесь в том, что... Столбы не ровно расставлены, кстати говоря. Последние столбы ближе друг к другу. Видишь? А, да, в натуре. Лол, да? Он не рассчитал длину, что ли, или как? Ну, типа, он, видимо, не да, специально да. Сделано. Лол, маппер. Типа, блин. Типа, не оставляешь там пустое место. Ну ладно, так. В принципе, нет, можно 1450, насколько я знаю. Нет, даже смотри, у нас получается джампад 950. Ну, ракета 1500. Нормально по лобу 600 дает, если лоб. То есть получается 600 плюс 950, это 1550 можно максимально выбить. Не, я не выбил ни разу, кстати. Ну, 1450 выбил. Ну, это в идеале получается, ну, сам посчитай. То есть идеально дело прям. Хотя тут как далеко у нас. А, ну вот так. Ну, нет, в принципе, в теории можно, мне кажется, выбить, если прям в лоб ударить. Но ты, мне кажется, ударишься вот эту штуку, если прям в лоб стрельнешь. Да нет, нет. Ну, в ВК-3 500 максимально в лоб, если ракеты вроде как. Ну, вроде правильно. Ну, короче, там плюс-минус все равно не суть. Ну, посмотрим, на кто как делал, в принципе. Ну, все, сейчас Вуди покажет, как по роутам тут проходится. Покажешь, Вуди? Ну, по роутам я прям не буду все рассказывать. Я думаю, демок много, поэтому я буду уповать на то, что люди сами все сделали. Так, ну, во-первых, вот покажу вот этот момент. Вот этот пол. Прозрачный, в который нельзя стрелять, с которым никак нельзя взаимодействовать, кроме как по нему прыгать, и как мы до обзора тут баловались, я, собственно, начал наверху. Можно делать ГБ от стены, потому что мы делаем... Ну, можем ходить по этой плоскости. А, как это пол называется? Ну, поверхность сама. А, player clip. Если что. Ну, мало ли, да, маппер, типа, а, я хочу так же сделать, чтобы ТР не делали, просто ставите. Хотя тут не обычный плеер-клип, если бы был плеер-клип, я бы тогда наверх не залетел. Я на самом деле не знаю, тут там какое-то значение, по-моему, выставляется. Типа, проходить можно один раз, по-моему. Что-то такое, там, галочка где-то есть, в общем-то, ставьте галочку и... Попробуй на клипом залети, стой, пересеки, залети под этот клип и попробуй подняться. Типа, если ТР? Не-не, если односторонняя, залети внутрь и попробуй подняться. Нет. Ага, видишь, что? Может быть, там есть, типа, можно проходить только в одном направлении, значит, ну, снизу, типа. Mm-hmm. Я не знаю, ну, я таким никогда не занимался, потому что обычно раньше делали вот так всегда. Делали какие-то стенки невидимые, за которые нельзя было потом зайти. Сейчас просто делают wait минус один, и старт-триггер у вас не пересекается 15 раз. Собственно, поехали. Здесь... Вначале, в принципе, все просто. Можно как обычным стрифом, ну, в плане ЦПМа, можно как и обычным стрифом тут пройти, пролететь. Можно сделать ГБ. Это для продвинутых сразу. Пути пошли. Только ГБ. Я сейчас не сделаю прям с первого раза. Примерно ГБ может выглядеть вот так вот. Так оно не выглядит, если что. Мало ли вы сейчас подумайте, о, я могу ГБ делать. Или примерно так. Тут, как Москаль говорил, помогаем себе ракетами. И, как правило, здесь входит только 3 ракеты. Как бы ты ни старался, все равно 3 это максимум. И, естественно, желательно попадать на самый краешек рампы, чтобы
Ну, кстати, рампу мог бы и довести, да? Вот, типа, зачем вот это вот? Выгибон. Чтобы Вот эти. ГБ не делали, я не знаю. Ну, Ну тогда ГБ не делали. Тогда ГБ, да, не было. Не, особо не распространено было. С другой стороны, благодаря вот этому, можно словить рандомный оп, если совсем париться, отстреливаясь ракетой, скимить вот этот вот угол потолка и рандомно ловить здесь оп, не знаю, на 1003, наверное, сразу упсов. Тебе такое? Больше. Да и даже гораздо больше, да. Общем... А, нет, даже стоп. Ну, 1003, да, наверное, где-то 1500, ну, примерно не суть. Ну, примерно, да. В общем-то... Залетаем мы сюда. Здесь у нас много-много скорости. В ЦП мы используем, естественно, рампу. Кстати, а почему? Они не быстрее. О. Что? С плазмой не быстрее, чем с ракетой здесь. Вот, кстати, это об этом позже поговорим. На самом деле, я считаю, что с плазмой быстрее. Потому что она как бы. Ты всю весь квад используешь патроны, а с ракетами ты можешь немножко. Ну, не знаю, по-моему, с плазмой... Ну, с ракетой, ну, если... одна ракета... Подожди, влазит, если влезть две, если как-то умудриться две ракеты впихнуть, то не, ракета не успеешь, никак я нельзя. Не-не-не. Тогда плазма, скорее всего, быстрее. Ну, в общем-то, здесь такая суть, что мы на большой скорости вылетаем, я думаю, и в ЦПМ в Q3 вылетаем на большой скорости. И очень часто врезаемся в эту наклонную, которую, я думаю, все возненавидели, пока играли. Так что, в общем-то, здесь надо притормаживать, делать это очень аккуратно, потому что порой можно сильно слишком притормозить и, ну, не долетать до пада, как бы. А как вот у меня Гост спалил мой роут, в принципе, так как мы тут летим очень много, и у нас тут есть хейст, то есть спид, да, который позволяет нам... Сейчас я его включу. Который нам позволяет очень часто выстреливать... патроны, мы можем успеть, или есть же тут, да, еще хейст, 3 секунды, да, успеваешь, да, можно успеть закинуть одну либо две ракеты, естественно, эффективнее закидывать две, особенно для ВК-3 это достаточно просто будет, так как ВК-3 ракета летит медленнее, ну, то есть, прямо две затаймить будет очень просто, ну, на мой взгляд. ВК-3 хейста до сюда не, очень сложно дотянуть его. А, ну да, да, кстати, скорее всего. Ну, в общем-то, это тоже, как говорится, не суть. Суть в том, что нужно таймить свою ракету с джампадом. И это самое отстойное, по-моему, на этой карте, потому что триггер джампада находится чуть выше, чем сама текстура, и как-то это все сбивает с толку. Ну и при хорошем вылете, вот как у меня Гост, он полетел. Отстреливаемся потом отсюда. Сейчас я включу. Отстреливаемся... от этой наклонной, естественно, потом лучше попасть вот в этот в этот промежуток, потому что если мы попадаем сюда, я тоже здесь пролетал, но на большой скорости, здесь обычно потом не вырулишь, как бы ты делаешь где-то ракету вот здесь, если ты выруливаешь, то у тебя очень мало в итоге скорости, потому что она срезается из-за того, что тебе надо быстро повернуть, ну как бы там такой момент, лучше не стоит, в общем, хотя в Q3 я думаю, что можно было бы даже и вот здесь что-то придумать. В общем-то, столбы и вправду неюзабельны, потому что для ЦПМ очень, очень важно, по крайней мере, в ЦПМ было, чтобы затаймить ракету вот с этим джампадом. Если в Q3 там может быть что-то... Можно там, допустим, наперед, кстати, в него, да, накидать в Q3, к примеру, то ЦПМ тут эффективнее, конечно, сразу с большой скоростью лететь. Тем более, что мы ее можем не терять. И так как мы стреляем здесь, стреляем потом в эту стенку, если мы будем еще стрелять где-то вот в какой-то из этих столбов, мы потом просто по таймингу не успеем отстрелиться от джампада. Это будет для нас большой минус, и вот этот промежуток, то, что мы пролетим на большой скорости, он нам ничего не даст. Точнее, даст, но мы вот здесь все потеряем, пока летим. Поэтому просто на большой скорости врезаемся. А, ну и вот... Да, я что-то это... Привычка. Извиняюсь. Тут очень тоже еще как бы про углы отстрела, я думаю, мы в демках просто поговорим. Потому что можно там выше отстрелиться, ниже. Все это будет влиять на высоту нашего полета. Какой момент здесь? Можно делать, как я сейчас спалил, как бы, да? Отстрелились от джампада.
чуть-чуть как бы не слишком высоко, потом от стены и делаем под себяшку возле рампы. Благодаря этому мы можем ракетой себя еще подтолкнуть вверх, а потом отстреливаться от потолка. Это, на мой взгляд, ну, я там, либо от потолка, ну, по-моему, от потолка, потому что там от потом... От потолка лучше, потом рампа идет, кто тебя тормозит. Да, вот. Поэтому, да-да-да, точно. Отстреливаться от потолка, кидать себя диагонально вниз, и потом уже, не теряя особо скорости, просто докидывать себя ракетой на финиш. Это такой, как бы, самый... Ну, я использовал его как самый эффективный, для меня он был таким. Есть еще несколько вариантов, которые придумывал частично Tutti Frutti, когда мы играли там на стриме. Может быть, даже кто-то и видел, даже и ты, скорее всего, видел, либо думал тоже об этом. Допустим, делать вот здесь вот на большой скорости даблджамп и отстреливаться туда вверх. То есть, ты не думал об этом? Нет, примерно это может выглядеть вот так вот. Это самоубийство. Так, сейчас... Засыпусь. Типа вот что-то того. Вот такое, по-моему. Но это просто очень сложно сделать эффективно. Тем более, что нам здесь нельзя прямо просто лететь. Тут надо немножечко в сторону, и это тоже все срезает скорость. Поэтому, ну, я сочел это не очень эффективным, хотя достаточно такой хорошей идеей. Еще был вариант отстрелиться от этого столба просто и потом даблджампить. Но там опять потом по ракетам не очень сходилось. Высоты бывало не хватает до потолка, либо я делал два прыжка, допустим, на рампе, да, и слишком много скорости терял. В общем-то, вот эти все, ну, вот эти два варианта, которые были основными, дополнительными. Ну и бордюрчик мешает у колонны, которая внизу. Да, ну не, отстрелиться он как бы не особо мешает. Не, ну почему? Как-то он... Ты же должен полностью... А, ну если прыгать на него сам, ну тогда... Ну да, да, то есть не с пола прыгать, а сразу лететь на него. Но опять же тут такой момент с этим столбом, то что он находится не вровень с, потом с последующей стеной, поэтому мы будем терять скорости, это неэффективно. А везде в дефраге, где вы теряете скорость, это значит, что вы нубас. Ну либо его можно скимить, вот этот уголок, на который ты летишь, вот этот уголок. Тебе же на большой скорости хватает, в принципе, времени вот от сплэша. Ну да, а чё? Нет, это бы тоже было неэффективно. Скимить. Самый краешек. Ну да, ским тоже задержит. Ну так-то. Ну, в общем-то, да, самое эффективное я сочёл просто делать под себяшку там на 200-300 упсов. Делается и даблджамп, и подлетая высоко, и все хорошо. Поэтому... Как бы, я не знаю. Есть что добавить, москаль? Ну, переместись на старт. Как начинать? Вот как правильно, чтобы подниматься эффективнее всего? Ты как начинал? Ну, я начинал стрелять немножко заранее. Вот, расскажи про это. Типа, ну, замедлять себя в полете. Да. Ну, прыгни, чтобы, ну, в общем-то, ну, я так на словах сейчас скажу, а потом покажу. Чтобы максимально быстро подняться, нужно начинать плазмить сразу после того, как джемпад вас подкинул. То есть первый же патрон должен быть в мгновение, типа, с подбросом. Ну, как Rocket Jump, да, грубо говоря, это работает. Вот. А если вы будете просто прыгать, допустим, просто прыгать, а потом стрелять, вы можете начать стрелять совсем не сразу. Видите, у меня патрон как бы визуально вроде сразу начал, а на самом деле нет. Для этого мы замедляем вот так себя в полете. Благодаря этому можем начать плазмить сразу. Видите, отсюда вот. Другую нарисую. Вот. Ну да, неплохо. Так что, да. Но это... Вообще, это и в онлайне наиболее юзабельно, потому что есть некоторый пинг, как бы задержка между работой джампада. Там, по-моему, на джампаде это тоже распространяется пинг. Если вы на канадском сервере с пингом 200 там будете на джампаде прыгать, вы вначале как бы на него упадете, и через 200 миллисекунд только он вас подкинет. Ну, вы увидите, как он вас подкинул. Поэтому... Естественно, во всех случаях, в общем-то, самое эффективное это юзать вот такое вот земле. А это, кстати, можно без ГБ делать, и без ГБ, если вы долетаете, ну, только с трейфом, это гораздо быстрее, потому что тратится время на ГБ все-таки. Да, а да, нам... да, я, по-моему, нужно. Так и делал, кстати, вот можно вот так вот поступать. Угу. Но тут тоже такой момент, нужно чувствовать, прочувствовать, когда там качается уже, когда уже нужно вылетать.
Потому и чтобы долететь как бы до конца, до той стены, нам нужна определенная скорость. Если мы просто вылетим, мы не успеем до туда долететь. А мы просто летим такие ля-ля-ля-ля-ля, и вот нам приходится два прыжка, лишний прыжок приходится делать. Чтобы этого не было, нам нужно прочувствовать вот этот момент, вот эту высоту. И отсюда уже диагонально под конец начинать набирать, чтобы была какая-то стартовая скорость больше, чем 320, да, там 400, как правило, то ли 420, что ли. Ну, я так не скажу уже, не помню. Не наблюдал. И просто делаем прыжок. Прыжок. И Вормс, да, вспомнил я что-то. Ну и отстреливаемся дальше вниз-вниз-вниз, потом прям-прям-прям, потом вверх-вверх, потом вниз-вниз-вниз, потом вверх-вверх. Да, способ отстрела в этой яме тоже разные. Я лично с вами не согласен, каким способом вы пользовались. Потому что я своим способом могу выжить 1700 с лишним по скорости. А вы, ты какой максимальный отбивал здесь внизу? В смысле... Вот при падении какая скорость? При падении? Блин, я не помню. Ну, в демке надо. То есть вы смотрите, вы опускаетесь по одной стене, то есть по одной стороне, и ты падаешь внизу, там же справа как начинаешь, да, здесь. А я опускаюсь по дуге, и в итоге я падаю на другой стороне. У меня 1700 у меня, наверное, где-то было. Ну, в итоге 3200 у меня получалось выбивать. Ну, у меня конечно. Тоже вроде. Или 300. Ну, там стоп. Ну, не знаю, нет, ну, это классно. Лучше попытка 3200. А у тебя в демке есть эти 3200? Я не играл там CPM. Я не помню, уже давно карты была. Я даже не помню, что у меня за демка. Ну, у меня бывало 3200, да, пару раз. Там жесткие чеки были. Ну, ладно уж. Ну, для ВК-3, естественно, мы тут пользуем, в принципе, джампад. А, кстати, подожди, для ВК-3 тут можно ракеты запускать, кстати говоря. А, ну да, я, кстати, тоже об этом думал, когда еще не начали мы записывать. Тут можно с этой рампы вылететь. Сколько? Ну, даже быстро можно вылететь, но потом скорость подровнять, да, типа взять. Ну, да, да. Ну, так никто и не делал, кроме одного человека. И вот так вот поступить. В этом случае мы очень быстро в ВК-3 заберемся наверх. А в ЦПМ тут слишком много скорости можно развить, и этот даблджамп нам даст намного больше высоты, чем вот эти все ракеты. Хотя, ну, может быть, не намного больше, но это будет в любом случае быстрее, чем мы будем со скоростью 1000 юнитов лететь, запускать себе ракеты. Тут. Потом еще это надо выровняться здесь. Это, ну, не знаю, столько геморроя. Ну, короче, такое я, все, ладно, да, давай, я можно демочки смотреть, в принципе. Давай, даже. Да. Перейдем. Так, это у нас 211. ВК-3. Очень-очень много демок. Сейчас все посмотрим, все разберем. Так, ты готов? Да. Икарус 39.9, совет Union Play. Совет Юнион. Карус. Очень подозрительная личность. До сих пор. Непонятный вообще чел. А кто это? Это телочка. Это анимешная какая-то телочка? Не знаю. О, затаймил, кстати. Ой, не очень эффективно здесь поступил. Затаймил ракету с джампадом, а потом тратил время на переключение оружие, ракету с джампадом во второй раз затаймил, опять же, отлично. Блин, не могу, так прятать. Вот здесь он мог бы сделать rocket jump и миновать эту рампу, большинство этой рампы. Но он решил полностью пройти с плазмой, я не знаю зачем. Просто, ну, Икарус вроде нормально играет, я не знаю зачем он вот эту фигню сделал. И ты даже ничего не скажешь. Ну, блин, не знаю. Ну вот это решение, когда он внизу по прямой двигался, он мог в рампу врезаться, там, в принципе, квад не так высоко находится, он мог его зацепить, там, руки джамп, если... Когда врезаешься в рампу в ВК-3, она все-таки скорость дает немножко вертикальной. И там можно долететь было сразу. Ну да. А он на джампад зачем-то пошел. Ну, такое решение. Все, наверное, дальше. Ладно. На 100 быстрее Лунтик из России. Play. Лунтик нас в последнее время радует. Очень хорошие демки у него. Начал делать он граунд бусты. Так. Такой выстрелил. Пошел кофе сделать. И вернулся. Ну, джампад уже неплохо использовал, кстати говоря. Да, и не тратил время на переключение оружия. О, 2х не словил почти вообще.
Ну и ничего страшного. Давай, 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 с джампадом. Нет. Не стрелял джампад. Не стал стрелять, а скорее всего не получалось. И вот здесь он ракетами наиболее эффективно, мне кажется, использовал. А здесь забоялся, видимо, стрелять. Ну, смотри, Лунтик, ты же можешь в пол стрелять. Это же в ЭКУ-3 тебя никуда не отнесет. Ну, если ты в пол криво не стрелишь. А так можно было в пол постреливать хотя бы чуть-чуть, и было бы намного быстрее. Но тут у тебя, тут видишь, такая ситуация, чтобы тебя, что тебя не спасли бы там 200-300 эти по чекам, потому что следующий от тебя уже Sky Island, который на 1.4 тебя перебил из Украины. Play. А у меня заложило нос, пока мы с тобой рассказывали про карту. Ну, я расскажу, ладно. Ну, был вначале хуже, чем Лунска. Да, так. Ой, нормально, стрелы вниз, ну, неплохие. По-моему, первая ракета, правда, молоко почти было. Тоже использовать джампад. Ну, почему так криво плазму направляет? А почему такой угол интересный? Вообще. Типа, там выставил такой, нос зачесался, да? Не смог подвинуть. Да, по-моему, джампад выстрелил раньше, то есть ракета его даже, по-моему, притормозила чуть-чуть. Но в конце использовал ракету с джампадом, быстро получилось. Молодец. Ну, потом затупил, конечно, с рампой. Ну да. Ну да, в целом намного быстрее, в принципе, чем Лунтик. И углы более такие хорошие, ну и... Такое. Так. Так, и сейчас будет, короче... Так. Москаль подъехал, 37,9. Москаль из Москвы, как ни странно. Плей. Ну угадай, стой, не нажимай. Что и... там будет, как что? Что? Не, ну я уже нажал, давай. Ты ну как ладно. Раз успеешь. Не знаю, что будет. Рандом нул? А. А, я понял тебя. Молодец. Ага, оп. Вот те самые ракеты наперед, про которые говорил Москаль, говорил я, собственно. Вот. И он очень быстро поднялся. И здесь наперед. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой ты. Че ты сделал бы старт нормальный, блин? Ну Москаль, ты серьезно? Без джампада. Ну без джампада это неэффективно. Да ладно, чувак, ты гений. Типа, я понимаю, что я как скапитанил, но... Блин, такое прохождение, типа, ты мог быть в топе, в топ-5. Что? Нет, зачем? В смысле, зачем? У меня была цель без джампадов пройти, что ты пристал с этим топом? Без джампадов. Так бы и написал, но вначале сделал бы бинт, прохожу без джампадов, типа. Да не, это долго, мне лень. Ладно, 37.0 на 900 быстрее, чем Москаль. Римыч из России, Play. Ну типа, блин, меня просто взбесили джампады в какой-то момент. Я решил, к черту, приду без них просто и все. Ну так, логично. Ну прям. Я, ну бросал такой ролл примерно, в принципе. Так, что по Римычу у нас, Москаль? По Римычу? Начало, конечно, быстрее, чем у меня за джампада. Ну, ой, плохо попал на джампад после прямой. Поздно, значит, подниматься. Ну, будь 2x. Ты заметил, что он во время квада изменил угол у плазмы? Поправил, да, за это респект, конечно. Да, это красавчик прям. Ой, как бы я думал, сейчас выстрелит. Ой, смотри, что делает. О, это ой, очень... Не словил. Ну, еле-еле. Так, чуть-чуть, по-моему, словил там, самую малость. Ну, идея, ему слушай, это, ему это хватило, кстати, чтобы перелететь рампу. Ну, идея прям вообще огонь. Мне понравилось. Ну это, конечно, медленнее, чем стрелять сам джампад. Ну да, но не, в любом случае, если бы он еще и словил там, прикинь, это жизнь бы была на самом деле. Ну да. Так, далее у нас с большим отрывом в 3 секунды почти, нет, кофе 3, в 2, в 2 секунды. Гимрок. Кстати, а это подожди, а приз зрительских симпатий что, мне не дали? Положено, что ли? Положено, я ж похвалил, плей давай, Гимрок. Ладно. Ну, за оригинальность не дам, но... А чё, нифига, так никто же не приходил. Ну, не знаю, я вот еще не смотрел. Ну, типа, блин, кому это в голову придет? Очень хорошие отстрелы. Неплохо попал на джампад. Угол на время квада не менял. Ну, в этом плане Римыч вообще красавчик, конечно. Ну, 71 для квада очень такой маленький угол. Его вначале видел, оттолкнул слегка. Да-да. Он очень. Поэтому надо брать 72-73. Лучше 73, конечно. То есть начать подниматься, допустим, с 72,
хват дается, менять на 73. Вот так вот. Вот, видишь, Лунтик, геймрок от пола подстрелялся немножко, и это получилось эффективнее. И ракеты очень даже хорошо использованы, так что большой-большой красавчик геймрок. Так, кто у нас дальше? Хулиган. 33.5 на 1.4 быстрее. Из России, Пашка. Play. Стоит. Чё стоит? Взял плазму, а, пошел. Чё-то как-то максимально медленное начало. Ну, он старался медленно пройти, наверное. О, неплохо, лучше уже отстрелы в начале. И вот на это прямой. И с джампадом очень хорошо у него получилось. Не стал прыгать перед джампадом. Ну, в принципе, это логично, да, чтобы быстрее опуститься. Ой, в конце врезался. Ну, нормально, пойдет. В конце, конечно, врезался. И от джампада отстрелился не очень эффективно. Ну и углы с плазмы не очень, если уж быть до конца честным. Хулиган, старайся лучше. Да. Так. У нас следующий. Сети Хабиб. Правильно? Правильно. Да. Так, 32.5 на секунду быстрее. Из Румынии. Челик. Плей. Ну, мог бы угол получше поставить, не 70, хотя бы 71-72. Но упал хорошо на 1400. Но почему-то дальше ракетами не стал стрелять. Ой, тоже его откинуло. Откинул квад сильно из-за плохого угла. Ой, двойник хорошо поймал, кстати. Да, очень хорошо, правда, потом отстрел зафейлил. Да, он, короче, лишнюю ракету стрельнул и его рампа откинул в итоге. А мог, кстати, нажать Ctrl, и его приклеило бы его к потолку, и он бы от потолка отстрелился. Ну, да, это такой момент. Возьмите на заметку момент с Ctrl, потому что это зачастую очень даже полезно работает. А пройдено очень даже быстро, ракеты у него хорошие. Движение, в принципе, отточено. Единственное, вот осталось скиллуха, чтобы наросла и все. Декус на 400 побыстрее. Из России 32.1. Play. Ну, судя по тайму, уже никто без джампадов не приходил. Ну, похоже. Что, да. Там ресет? Что? А, ну типа это такой там ресет. Что? Ну что, типа, блин, вы что, офигели? Димон! Димон! Надо мне валидатор руку отнять. Ой, 2х с джампада, ты чего? Вот. Ты смотри, что он сделал. Вот за это я дам приз оригинать. Хотя нет. Наверное. А не, хотя пройдено неплохо. Ну, не, я просто похвалю, что да, это в принципе все очень даже хорошо. Ну конец, конец, смотри, что делать в конце. Ой, красавчик вообще. Словил! Ой-ой-ой. Нет, ладно, дам. Я дам. Все-таки, Римыч, ты, конечно, хорош, что ты запустил. Но декус их словил, поэтому. Как бы. Пока что приз за оригинальность, а скоро Носф сделает так, чтобы я мог их выдавать прямо и к демкам. Возможно, будет это в лице там плюс один к рейтингу, да, символический кейн. Ну ладно, в принципе, блин, ну такой таймресет, он в принципе, ну блин, собака, ну ладно, черт, ну хрен с ним, в принципе, ну ничего не дал просто. Ну он не дал, ничего не дал, поэтому он неэффективный таймресет. Но все равно, декус как бы... Я все понимаю, но тайм ресет юзать нельзя. Так, дальше. 31.6, да. Пус на 600 побыстрее. Плей. Так, ну как вот упадет? Ой, на 1500 упал. Ой, отстрел плохой получился второй. Ему ракета 300 дала всего лишь. Использовал рампу. И... Ну, 2х слабоватый, потом что-то такое. Хотя наперед запускал, но ему это ничего не дало. Ракеты его обере... Ну, поздно прилетели. Да. Ракеты Ой, летят с... Со скоростью 900 плюс, если что. Нормально. Ну, финиш, конечно, зафейлил, но, не знаю, нормально. Великий кукуруз справился со своей задачей, дошел до финиша.
Все неплохо. Так. 38. Бак из Канады. Ну, 800 побыстрее, да. Да, нормально. Play. Это уже намного быстрее. Так, скоро уже пойдут таймы за меньше 30 секунд. Ой, вначале же 9 градусов. Ну вы чё, ребят? Вторая ракета внизу. Молоко, да. Да, молоко было. Ой, наперед. Поймал. Ты смотри, что парень делает. Занервничал. Ой, врезался. Да. Блин, это неплохая идея, кстати. Извини, Декус, извини, но багу отдам приз за оригинальность, тем более, что он почти словил те же самые все ракеты, поэтому... Это что, получается эффективнее, смотри, в Баку 3 же ты что от джампада, что от рампы медленно поднимаешься вверх. Да. И эта ракета очень как бы много дает, и в принципе для топ-роута она, по-моему, юзабельная. Так не считаешь? Это очень классный роут, реально. А еще, если там две ракеты как-то затаймить туда, ну это жестко. Да нет, там одной хватает, это сразу на квад кидает, и плазмить начинаешь сразу. По-моему, это гораздо эффективнее. Это, конечно, жесткие читы. Что, надо 23, что ли, сделать здесь? Или какой там тайм-то в онлайне? Ну, короче, план потом посмотрим. Давай дальше. Так, 667 из Польши на 600 быстрее. Ровно 600 быстрее. Опять. А, нет, хотя подожди, если от рампы стрелять, тебя же ракета не успеет догнать, там очень большая же скорость. Да, там не получится словить. Жаль. Было неплохо в задумке. Ну да, тут не успевает ракета. Черт. Ну было, да, было хороший nice try, короче. Ой, плохо, с джампада поднялся. Ой, и в конце джампад тоже плохо отстрелился, не попал. Ну, в принципе, в рампу ударился всего один раз, это достаточно много ему дало, молодец. Да, пройдено очень даже чистенько. Ну, не очень, там. Ну не очень, да. Было и почище, так скажем. 28,4, почти 28,5. Бригант на сколько он? На 1,8, 1,7. Да, где-то так. Собственно, play. Почему 70 градусов-то? Ой, ну Бриганда не учи, Бриганд и так все знает. Это же Бригант, он же с Дексом играет. Он и так все знает, даже можно не комментировать. Ой, без джампада? Это типа тоже по приколу или чё? Ну так типа получше, чем с джампадом. Чем таймить в джампад, лучше затаймить в пол. Так эффективнее твой джампад, он больше кидает тебя. Ну а стабильнее в пол. Ну быстрее, это же дифраг, а не стабильность там. Это же не экономика, чтобы стабильно было. Нам быстро, ну, надо. Ну ты же видишь, что Бригант не самый быстрый. Какие вопросы еще могут быть? Ну поэтому я его поругал. Ну Бригант, а-та-та. И типа по жопе тебя начикали. И это, на 200 быстрее сделал Хейз. Наконец-то Хейз что-то прислал. Play. 28,2. Вот он начинал стрелять заранее. Очень хорошо. Пока что ракеты... Ай, коснулся. Очень четкий, да, коснулся. К сожалению. Хотя, может быть, он и касался всегда. Но это не надо касаться. Ой-ой-ой, тоже 2х! Даже чуть ли там 2,5х. Блин. Неплохо. Какие классные роуты вообще. Я не ожидал, что, если честно, что такое будет. Так, 27.0, KNX. Подбираемся потихоньку к топ-3. Из Тольятти. Лей. Ну, тут уже 71, но у него тайминг очень плохой был с джампада касанием. Выстрел плазмы. Еле-еле поднялся. Скорость была меньше в туннеле, чем у Хейза на 200. Ну, 3х тоже так еле-еле словил. Ой, смотри, запускай джампад. Ой, 1800. Нормас. А зачем он в конце ракеты делал наверх, на подъем? Можно горизонтально было их стрелять.
Приз за оригинальность передаёмки Анексу. Потому что там в натуре рампа. Уже все подряд уже стреляли в эту рампу. Это уже не оригинально будет. Ну реально. Поэтому да, отдаём Кианексу пока. Про конец, типа, зачем они стреляют ракеты на подъем? То есть, ну там, да, рампа в конце может тебя затормозить, но лучше же больше горизонтально давать. Типа, ну не знаю. Ну такое, не знаю. Кет, в общем-то, перебил Кианекса на сотку. Я надеюсь, что он не закидывал ракеты в джампад. Я хочу, чтобы у Кианекса остался трофей за оригинальность. И Кет из Венгрии, 26,9, пулой. Но это медленно, тоже закидывать все-таки ракеты, мне кажется. Но это очень долго до джампада летишь. Ну, может и медленно, но это очень круто. Очень много скорости у него, очень быстро. Вот, Матрапу не стал стреляться. Ой, зафейлил все. Еее. Хорош. Вот, плавка еще пытался. Очень нормально. Быстро прошел. Но монстрик, кстати, это топ-3 уже. Поздравляем Кета с топ-3. С бронзой уносит себе гордо в свою Венгрию. А топ-2 места. Место. Топ-2 места заняли россияне наши. Я, конечно, не особо патриот, но очень приятно, что монстрик занял топ-2. 26,2 на 600 быстрее LA. Чем же демка отличается, интересно? О, заством залетал наверх, неплохо. Это быстрее. Так, монстрик. Очень тоже хорошо с рампой у него получилось. 2х, ну, 3х, еле-еле. Ну да, да. 2,5х даже. Ой, конец нормальный. Вообще. Ой, опустился хорошо в конце, да. Вообще хорош. Монстрик, я думаю, что монстрик возвращает свою былую форму. Потому что все чаще и чаще я его вижу в топе, и это не может не радовать. Но рекрут говорит, что че там, какая у тебя форма? Че там, че там? И такой на секунду быстрее делает. Ну, на 1.3. Да, на 1.3. Actually. Тогда посмотрим, собственно, топ-1 демку. Лей. О, первый человек, который сделал 72 градуса. Еее. Спасибо. И очень даже интересно так проплазмил потом по полу. Здесь, в принципе, тоже все очень хорошо у него. О, запускал джампа, да ладно. Е, 1700, и вот роут, грубо говоря, Кианекса. Ну блин, теперь а это вот не... хз, я не знаю. Это быстрее, вот теперь это не оригинально, понимаешь? Видишь, в чем проблема? Это теперь не оригинально. Делал так Кианекс и рекрут, все. А где оригинальность? Кому отдавать приз? Отдадим... Мне. Отдадим кому-то в ЦПМ тогда. Без джампадов это не оригинально. Это почему? Это деблизм, москаль. Да че там? Так что... Тиму 5 тикс не понравилось, что ли? Да. Что? Да, не понравилось. Юту из Беларуси. ЦПМ демком перейдем. Не буду больше креативить. Ты нажал плей уже, не? Нет, я зевал. Юту. А, плей. 32,8. У меня что-то насмерть прям пробило, я не могу. Давай ты рассказывай. Начинает уже как-то под углом угол ставить, непонятно. 10 градусов горизонтально было зачем-то. Очень большой сенс у него. Отстрелился от рампы внизу зачем-то как-то. По-моему, дабл джамп зафейлил, если мне не показалось. Да. На рампе. Мне кажется, это зяк. Да не. 2х такой, в принципе. Ну, попытался вроде по таймингу хорошо, но не реализовал его. Не-не, ну смотри-ка. Вообще-то... модель, ой, еще ударился. Модель слэш. Сенс большой. Прошел плохо. Все сходится. Да не, на зерка так не принижай. 30-0 на 2 секунды обогнал зерга, хотел сказать. Обогнал не ту. Эдик из
Пскова, России, Псковской области. Давай посмотрим. Лей. Держим быстрее дело. Так, так, так. С кем же оружием, говорит, подняться? Такое не короче. Ой, тоже стрелял чем-то в рампу. Это неэффективно, лучше от стены стрелять. Зафейлил даблджамп. Ракеты, ладно, не самые. Ой, 2х, в принципе, неплохой. Да, но не стоит хорошо отстреливаться. Это минус. Ошибка. Ой, джемпад. Ошибка. 1300. С джемпада это неплохо. И здесь... У него кого... Он так мышку в конце поворачивал, кого-то не знаешь. Это DPI 100 и Sense 0.01. И он такой, типа, через весь коврик крутит, и я не может развернуть. Ты видел в конце? По чуть-чуть двигал так. Лол вообще. Эдик, напиши, сколько у тебя сенс. Слишком интересно стало. Нет, а, нет, ладно, не мой конфиг. Я думаю, мой лан, окей, дальше. Твой конфиг, DPI стоит 0.01. Не-не-не, я подумал, почему так плохо. Ну, ладно. Ну, потому что надо стараться лучше. На секунду быстрее, Скайален из Украины, 29.1, play. Плазма джамп вначале зачем? Я думал, ГБ сделает. А, почти, кстати, сделал. Но... Ну, не хватало для ГБ там, на самом деле. Да, нет, хватало, но не получилось. Хватало? Да. Ну ладно, тебе виднее, ты опытнее. Ты уже под углом, ребята, вы не можете ровно прицел поставить или чё? В чем проблема-то? Ну, за попытки, в принципе, неплохой, кстати, джампад. Но за попытки сделать ГБ отдельной респектуле, это очень хорошо, что ты попробовал тут, попробовал там. Я уверен, что у тебя, возможно, иногда это получалось. Очень жаль, что не получилось в этот раз. Заметил, он в конце ракету дал на минус 300 усов. У него было 1500, он стал 1200. Да, это у меня иногда тоже такие залетают. Я не знаю почему. Ну да, неплохо. В общем-то, 7-2-10. Да, 7-2-10. Ну, 7-20. 7-10 плюс 10, я не знаю, что. Короче. Да, так. 720, 20-84, play. Быстрее на 600. Давай, рассказывай, что тут. Что я забитым носом что-то. Ладно. Начинал, по-моему, плохо. В тайминг попал. Но угол тоже не идеальный, 70 градусов. Ой, отстрелы ракеты очень плохие. Он себя вниз не кидал. Стрелял в конце зачем-то. И вниз да. Себя не кидал, как бы скорости вертикально у него не было. Зато перед 2х на джампаде не врезался. Ну, перед джампадом ступ он не врезался в него. Молодец. Да. Не очень хорошо завязывал джампад с ракетой. Но в конце стрел уже получше предыдущий, на самом деле, на финишной прямой. В принципе, нормально. Ну, но да. Так по мелочам все складывается, ну, получается такой тайм не очень в итоге. Ну что дальше? На 300 побыстрее, на год деку из Владивостока. Play. Play. Даже на 350, 360, если быть точным. Ну-ка деку. С разворота, на угол плохой был на старте, зачем так делать? Типа смотри как умеет. Но здесь отстрелы по крайней мере получше. Он попытался стрелиться, но зафейлил, что? Как это так? Моя школа. Он подкинул себе ракеты, чтобы не врезаться в уступ? Или он так случайно сделал? Не знаю. Ой, долго к стене летел на финише. После джампада. И вакутришные ракеты. Вакутришный отстрел. Ну, не знаю. Может, он не умеет, типа, разворачиваться. Я еще, ну, типа, разворачиваться, стрелять, разворачиваться. Ну, не самый эффективный, да, но... Не, он умеет вроде. Здесь, может быть, ему была лень. Я не знаю. Вообще обленились все. Да вообще. Катеруф на... Демки свои не смотрят, рандом нобы ловит. Вот, тоже вот. На 1.6, по-моему, да, примерно. Катеруф обогнал. На 1.5, да. Из России. Блэй. Там заболел, что ли, совсем? Я не знаю, я смотрю демки, мне плохо становится с каждой демкой. Неплохо.
пока еще ни один игрок не набирал скорость, как сказать, нужным образом по горизонтали после начального клима плазмой. Ну, не знаю, не хватает там скилла, что ли, в этом деле. Может быть, опыта недостаточно. Тоже зачем-то наперед ракет запускал, которую он обогнал сильно, ее не использовал совсем. Но вот этот игрок уже отстреливается правильно, то есть стреляет, разворачивается, ну, с помощью двух кнопок. Молодец. Да, ну демка неплохая, хотя мог и лучше, конечно, но ну, не смог, что поделаешь. 26,496 Римыч из России. Быстрее на 160 лей. 160. Угол кривоват. Он попытался сделать бус или проклимбил, что-то типа такое, не знаю. Походу просто проклимбил. Ой, нормально, 2х. Неплохо. Да, затаймил очень хорошо. Потом протупил после него. Зачем наперед ты стрелялась? Ты, ну, не знаю, такое себе решение. Ой, в конце скнул... Что это? Жесть. Видел, как он спамил? В, А, Д, В, Д, что-то непонятно. Да-да-да. Не пойми как. Зачем? Типа... Занервничал, может. Ну, может быть, да. Старый там, Паркинсон, вот это все. В общем-то, Дукич. Ну, без обид, Римыч, просто шутки шутим. Ну что ты сразу это... Дукач, да, следующий? Да. 25,8 на 600, где-то на 700 побыстрее. Да, но ровно 600. Да, плей. Че он тут наделал? И тоже угол с плазмой вначале плохой поставил, а потом выстрел. Ну, заспом сделал хорошо. И лишний раз не ударился. Плазмой поднимается. Ну, 2х, кстати, неплохо. Ну, так, более-менее словил. Да, но стрелы... На стрелы прям намного получше. Ой, врезался в рампу в конце. Могу перед ней руки джамп сделать. Не подстроил спейсинг. Чуть-чуть. Так, 25,5. Ульмвар. А, хардкор. Какой хардкор? Хардкор 25,5. Нет, Ульмвар 25,5. Так без... хардкор медленнее чуть-чуть. А-а-а, тогда хардкор 25,5. Извини, Ульмвар, потом посмотрим. Лей. Потом как-нибудь. Да, как-нибудь потом. Сорян. Вот новички, вот почему вы не хотите просто встать нормально на старте, выставить угол и начать правильно? Зачем вы как-то прыгаете и, не знаю, тут теряете много на это? Ты его не особо критикуй, у него вон написано сервер Undead Clan Pro. Мне кажется, это тоже зерк. Две ракеты наперед, которые ему почти ничего не дали. Ну да. Ну да, не, в принципе, очень даже... Как это сказать-то? Сладенько так, сладенько прошел. Солидненько. Да, да, нормально, хорош. Прям вот хорош, старайся еще немножко лучше и побеждай вот. Да, углы почетче поставить, было бы вообще хорошо. Да, и москаля обгоняй обязательно. Так, 25,5 на... Сколько получается? На 60, на 50 побыстрее, чем хардкор Ульмвар Плей. На 48, на 6 фреймов. Да, 6 фреймов. Вот, он уже делал правильно, выставил угол нормально и плазмил спокойно. Я думал, сейчас без этого... Ой, сделал ГБ, хорош. Да. Углы неплохие, но не самые эффективные. Отфрик от рампы. Да. Модель подвор хорошая, любимая моя. 3х. Словил, кстати, неплохо. Ну, словил 3х такой. Ну, словил, да, нормально. Немножко там, видимо, потерялся. А можно, возможно, специально остановился, решил сделать буст. Возможно. И это тоже... Это решение я тоже как бы поддерживаю. Имеет место быть. На 400 побыстрее сделал. Take 5. Так 35. У него ник. Да, дурак какой-то видел. Кендер прочитал. Да, это у нас новый стайл. Читать ники как Кендер. Читай ники как Кендер. И будь успешен, как он занимает топ-2 на всех варкапах. Play. Нет, я рано сказал. Вот сейчас play. Я уже поздно. Хотя уже поздно. Сказал рано, но потом уже сказал поздно. Так 35, поехали. Так. Все
71, в принципе, неплохо подъем. Угу. Ой, он проклимбил, а не врезался. В принципе, нормально. Вот отстрелы, вот это вот хороший отстрел. Ай, но не подобрал спейсник под дабл джамп. Плохо. Ну, 2х, в принципе, нормально словил. От столба отстреливался, не самый эффективный отстрел от джампада. Но, тем не менее, неплохо, да, все хорошо. Ну, вот уже такой, типа, без лишних всяких движений, просто чистенько прошел, и все хорошо у него. Ну, вот лишнее было отстрел от столба зачем-то. Мог под себяшку кинуть. Ну, нет, там 1000 скорости у него. А, не, можно. Нормально. Есть такие челленджи под себяшку на 1001, упс. Ну, да. 24.9, геймрок из Белоруссии. Что-то плотно результаты здесь идут в этом месте. Да, таблица. Всего на 200 побыстрее. Ну вот 72 градуса, красавчик. Ну что 71-то? Там, в принципе, не такая большая разница. Там буквально, ну чуть-чуть разница. 72-71. Какие-то нервные отстрелы, но все-таки вышел на даблджамп тут. Ну, сенс не самый низкий, да. Наперед, она его не дала. Не дала. Ну, по-моему, дала, он обеими ракетами плохо отстрелился, поэтому в итоге получилось, как она хорошая. Когда тебе даже ракета наперед не дает. Это, конечно, такое. Ну, нормально. Как бы пройдено достаточно нормально, но в ЭКУ-3 демка от Кимрока мне понравилось намного больше. Как бы в плане чистоты, как исполнения, что ли, всего. Ну да, дальше. Хулиган 24.8 на 100 побыстрее, чем геймрок. Блэй. Тоже 71 градус, но тоже заранее выстрел. Это плюс. Ребят, молодцы. Да. Лишний прыжок. Отстрелы вниз ракетами не самые эффективные. На рампу попал хорошо. С плазмой поднимался. Ракету почти не затаймил. Вообще почти не заюзал, которую наперед пускал. На 1300, почти 400 отстрелился от джампада. Ну и финиш. Ну и в конце врезался в рампу, мог вниз себя направлять заранее ракетами. Да. Так. Ну все, дальше. Лунтик зафреймил его из России. Зафреймил Лунтик, ай-яй-яй. Не, в смысле, хорош. Плей. Ай-яй. Тоже заранее выставлял, но вроде неплохо поймал момент выстрела. О, буст, да. Такой тоже легкий буст. Ну такой там и нужен, по идее. Большой, вообще буст не нужен, если так что-то пошло. Ну не знаю, я с бустом VR сделал, а то без. С бустом медленнее, ты чё? Ну да, у меня демка без, по-моему. Ой, два раза в рампу ударился на финише. Ну блин, не, все равно, мне понравилось. Блин, Лунтик, ты прям вообще хорош, ты посмотри, сколько человек ты уже погнал, смотри. Вот смотри, вон тут Вуди у тебя стоит, а вон тут ты, смотри, сколько ты погнал. Ну, это, конечно, фейк, но ничего страшного. Ну, в смысле, фейк таблица, потому что это онлайновые демки. Ну, ты понял, да, у меня там расположение? Ну, да-да. Вот, поэтому... А вышел Лунтика 667 из Польши на 300 побыстрее. Блэй. Даже на 220 где-то так. Да. Это очень важно. Очень. Да. Это все важно. Вот тут не поспоришь. Ой, ГБ тоже такой легкий получился. Да, да, да. Еще такой медленный, типа, знаешь. Блин, я думаю, я тоже заметил, что медленный, я думаю, у меня таймскейл включен. Я такой проверил на всякий случай. Ой, вау. Ну классный отстрел. Ой, под себя 1400 тысяч. Что он сделал? Правда, РЖ зафейлил, но блин. Такое прохождение хорошее, прям вообще. В конце, да, сильно прошел. Конец. Молодец. Очень быстрый. Так, 23.8. Бак на 700 быстрее. Плей. Почему под углом-то бак на старый? Ты уж плазму можно было ровно сделать. Тоже ГБ. Неплохо на даблджамп вышел. О, стрела. Ой, он прям в лоб рампы врезался. О. Мог бы на даблджамп выйти.
Ну, еще ладно. прыжок там сделал. Вот если бы прыжок не сделал и не ударился в верхнюю рампу, мне кажется, он бы там, ну, плюс бы неплохой поимел с этого. Ну да. Так, Avenger 23.5 на 300 побыстрее, чем Бак. Пэлэй. Где же эти 300? Где же, где же? И тоже в начале при... Ой, 69. Ой, вообще плохой подъем. Тебе на дубжом хорошо вышел. Зачем ты взял плазму потом? Хотя можно было с ракетами продолжать, если начал с ракетами делать. Ой, джампад. Неплохой. Ой, дубл джамп. Ой, молодец. Финиш хороший. Красавец. Да, финиш очень классный. Финиш намного быстрее, чем у бага, но у бага получше, поэффективнее старт. И вот на финише эти 300, скорее всего, он и схавал. Роди. Так. И Икарус перебил Роди на сотку. Икарус, который играет месяц, как он сам заявляет. Давай посмотрим. Плей. Сейчас обзор запишем, я пойду сморкаться. Я знал, что ты сгорал от нетерпения узнать об этом. Ой, упал хорошо вниз. Достаточно. О, ну плохо вышло на дабл джамп. Плюс 80 от меня, что? Первый чек. Неплохой 3x. Первый чек? Да. Видимо, подъем я там немножко запылил. Ну, у тебя какой? Подожди, у тебя какие чеки, онлайновские или какие? Да, онлайновские. Чуть совсем что ли, чувак? Ну, он под себяшку зафейлил, и, в принципе, некоторые ракеты тоже не самые четкие, тебе надо, в этом смысле тебе надо поиграть какие-нибудь рокетраны, желательно скоростные, там, запиши сейчас себе на бумажечку или татулю себе набей на, не знаю, на руке, типа, пиши вот ТХД спидран, ТХД спидран 2, ТХД спидран 3. Поиграй эти карты. И еще есть ТХД Water Run, есть Dragon Rocket карты, и они все очень достаточно такие скоростные, техничные. Поиграй их, и у тебя все получится. Ну, это касается не только Икаруса, а всех. Так, что у нас, кто следующий? Сити Хабиб. Сити Хабиб. 23.3 на 200 побыстрее. LA. Ну-ка, Сити. Ой, буст. Ой, пуст. Вот уже амплитуда движения более такая выверенная, более хорошая. Ой, 2х хороший. 2х хороший. И отстрелы хорошие. Хотел еще, думал, от столба дать, но передумал. Аркеда очень даже. Да, нормас. Найс. Найс. Стихови, just nice. It was really awesome for you. Так, кто там next? Нет, подожди. Кипиш, кипиш. Кипиш, 23.1 из Челябинска. На 200 побыстрее. Блэй. 200, целых 200. Где он их взял? Где, где? Может, старт плюс 200 сделал? Все остальное реплейбоб? Как это? Тоже начало тоже долго. Такой ГБ, типа. Ничего не дал, но, типа, просто просликал. 2х хороший, кстати, тоже словил. Ой, джампад хорошо отстрелился. Ой, я врезался в конце в рампу. Не-не-не, наоборот. Не, врезался в первую рампу два раза. Ну, наоборот. Так, наоборот, нормально. Он так... Так потерял скорость. А он к потолку быстрее поднялся так. И в итоге у него амплитуда вниз была... Как бы, так можно это ракетами просто направить себе. Ну, ему так проще. Так и так, в принципе, проще. Можно кидать ракеты на... Как бы, ну, на обычную, на обычной высоте, но у тебя просто сама текстура карты будет закидывать куда надо, и все. Ну, типа, это работает примерно как на Docker Rocket Run, что ли она называется. Что-то такое. Там тоже такая фигня, как бы там проще стрелять просто в рампу, как, ну, вот как делал Кипиш, типа, чем пытаться как-то ее меньше задевать. Ну, это очень ситуативно, и здесь это, понятное ну, дело, да. Не самый лучший вариант, так что все равно, все равно молодец. Так, Undead Saskaль, Россия, да. Москва, 22.8 на 300 побыстрее. Play. Чего я там делал-то уже не помню. Ну, играл в карту. Вообще без этих, да, без плазмы, наверное, прошел. Так, выставил угол. Вот,
Как по учебнику Москаль играет? Учитель. Ой, я врезался, что? Ты зацепил, что? Ой, ой. А, тут трикс мне получился. Ну, такой, конечно. Не, ну не, нормально, чё. Прикольно демку отправил. Жесть, вообще. Чё за дерьмо? Зачем ты зацепил и не переиграл? Я вообще не понял. А чё я такую плохую демку-то отправил? А, я, наверное, короче, начал, короче, стрикс делать. Первый раз записал стрикс. И, по-моему, забил. Ну ты даешь. Ой, нормально. Кус. А, великий кукуруз. Вятский. Как там? Ты не помнишь? Рис? Какой кукуруз? Что? Вятский карапуз. Давай жми уже, какой карапуз. 22.3 побыстрее, чем ты. Полей. А как я зацепил? Я ни разу же не зацепил. Плюс 500 от тебя. Че за бред, лол? Ребята, кто хочет от души поржать, смотрите версию... Ой, не версию, смотрите запись стрима от 20... Какой сегодня? 23? Да. От 22 сентября. Посмотрите запись на Твиче. Там, скорее всего, не будет звука, потому что из-за музыки его выпилят. Но вы должны посмотреть. Ой-ой, как финиш вообще прям. О, прям. Ну, он плохо джампад отстрелился, там на сотку потерял. Он отстрелился его. Плохо, но он... Это очень сложный на самом деле мув. Он от столба отстрелился и сразу к следующей стене типа обогнул угол и к ней примкнул. Это очень тяжело, по идее, сделать на большой скорости, потому что ты либо теряешь много, либо ты там вообще врезаешься, либо у тебя ничего не получается. Поэтому я не знаю. Ну, очень-очень хорошо. Большой молодец был. 22.1, да, Зорн. Зорн, Франция. Он не от столба отстрелился, посмотрел, на стене отстрелился, обогнул столб. А, тем более. А, Торнер, да. Да, так, да, следующий, да, Торнер. Тараканы в виде маленьких карапузиков вятских сказали, в моей голове сказали, что Торнер следующий, 22.2. Плей. Быстрее на 70. Ну, спорное решение ставить так угол. Ой, на даблджамп плохо вышел. Ой, ты смотри, чё? Интересно. То есть он как бы отстрелил, чтобы быстрее падать вниз? Да, ну, в принципе, это неплохая идея. Интересно. Видишь, вот так вот он сейчас не сделал прыжок на рампе? В итоге у него 1900 вообще было в пике там, наверху. Он просто всю скорость погасил об рампу верхнюю. А тут кипиш, по-моему, он сделал... Прыжок. Он ракеты плохо направлял, тут можно это сделать нормально. Ну, плохо направлял, но он сделал-то эффективнее финиш, чем Торнер. Видишь, что он делал-то? Повезло. Плюс сотку сделал Зорн. Четвертое место. Лей. 22.2. Так, ближе уже. Кто грандаймом? Да, что-то жестко еще будет. Ой, начал плохо, по-моему, затаймил. Буст. Зачем буст делать, ребят? Ну, типа повытрепываться. 3000 на рампе, кстати, первый раз такая большая скорость. 2x. Ой, сделал буст такой легкий даже. Ой, под себяшка-то, смотри, что. Вот это я понимаю. Но все равно менее эффективно, потому что надо было от потолка отстреливаться, стараться. И почти на секунду. Почти на секунду перебил Зорна Хейз и занимает третье место, почетное. То есть что-то поднабрал, я смотрю, да? Его вроде не было, а тут хопа, плей. А тут хопа. Пить бросил. Да, кстати. Вполне вероятно. Вот. О, тормозит, молодец. Но угол тоже плохой, типа. Но залетел зато. Вот. Не так ты плохо, ну нормально, пойдет. Он как будто у меня роут украл. 1500 почти. От себяшка. Вот, видишь, какие... Вот. Вот это. Ой, было вырос. Круто, вот это было круто. Ну, в принципе, долетел, ну, да, неплохо. Хейз, поздравляем тебя, если ты тут.
третье место, это очень круто. Карта достаточно такая сложная, на самом деле, так что... Но Enter тебя перебил со слопанной рукой. Очень жаль. Плюс 200 сделал Enter. Сейчас мы увидим что-то интересное. Да-да-да, он на стриме вваливался, и типа кто-то там орал: «О, Enter, что ты сделал?» Сейчас посмотрим. Зачем такой circle делать? Типа, я не знаю. Так, делал без ГБ, отстрелы неплохие. 3000. А какой смысл? Он выстрелил ракетой, но он... Но он заскимил просто потолок, по-моему. Она ему... Ну-ка еще раз. Подожди, давай я тот момент сейчас с таймскейлом 0.5 хотя бы пересну. По-моему, она ему ничего толком не дала. Это не сам... Можно было сделать эффективнее это. Так, еще раз, не очереди. Но он быстрее вниз начал опускаться. Ну, может быть, совсем немножко. Хотя, ну... С плазмы после джампада отстрел. Не, ну он, да, начал быстрее, но он в итоге поднимался медленнее, как бы. Ну, спорное тоже решение, но... Да, окей, ладно. Ну и... Ну, можно это быстрее, чем ждать пока 3х, хотя там особо-то, ну, не знаю. Ну, такое, ну, спорное надо рассматривать, смотреть. Может быть, и действительно так лучше. Но я об этом даже как-то и не думал, потому что там так вроде впритык эти 3х, а я конкретно 3х хотел делать, поэтому... В общем-то, давай. Undead Woody, 29, это не я. Быстрее на 200. Это не я. Поплей. Всем из градусов плазма. Ну, мне хватило. Долетел, да. Ты говоришь, у тебя чек плохой, да, был? Ну да. Вот из-за чего плохой? Угол плазмы плохой. А сам-то почему нет? Или от потолка стрелял, мне показалось? Я от потолка. Да. Я же себя нарочно кинул ракетой повыше. Что, потом от потолка отстрелиться. Так, что, в таймскейле будем смотреть, Денки? В ОКУ-3, да, пожалуй, посмотрим. Че, 0.5? 0.7? Да, 0.7 давай. Тут особо в 0.5 нечего разглядывать. Рекрут 24.9, в ОКУ-3, лэй. Ну давай я про ВК-3 скажу, я играл. Ну начал неплохо по скорости. Хотя возможно можно было больше горизонтально давать с плазмы, чтобы дальше пролететь. Под себя шкафу почти ничего не дала, это плохо. Можно было лучше. Он врелся в рампу специально, чтобы она, возможно, притормозила, не знаю, возможно случайно получилось, вот, спорно. Ну типа можно в рампу тормозить вот этот вертикальный потолка, а можно об стену просто, ну там такой плюс-минус не особо решает. В конце мне показалось, по КД можно от потолка отстрелиться, почему-то он не отстрелился. Или нельзя было? Можно. Ошибка. Ошибка. И ЦПМ. Undead Дуди 29. Undead V20DY. Лей. Да. DY минус, прошу заметить. Минус. Мистер Птиц. 70 градусов, я тебе говорю, на этом потерял чуть-чуть. Ну, может быть. Ну, может быть. И все равно будешь 70 градусов делать. Ой, хороший 3х, вообще красавчик. Вот джампад, по-моему, чуть-чуть поздно стрелился, можно было на 50-60 упсов побыстрее. Ну да, вот, конечно, зря я так. Ну, ВР, кто тебе что предъявит? Чё, ты же предъявил? Ну, я могу, я валидатор. Валидатор, который кое-что пропустил. Ой, отстань, да я говорю, ТР, ну, такое, я не знаю, может,
Блин, ну может я... Забей, забей, все. Ну может я обратил на это внимание, типа, ну блин, реально ничего не дал, я не буду же за эту демку, ну я такое, короче, все. Да забей, забей. Так, переходим в браузер. У нас тут все как обычно готово. Вот они результаты, вот оно распределение рейтинга. Все большие молодцы, очень много демок отправили. Очень приятно, присылайте еще, радуйте нас еще. И, собственно, все, приходите на стримы, старайтесь лучше. Пишите обязательно комментарии под результатами, под обзорами обязательно пишите комментарии. Было очень, ну, всегда очень приятно их читать. Любые финиш решают. Вот у меня есть тайм 25.3, там старт намного быстрее, 0.5. Но на финише скорость сильно ниже, как только почти секунду прыгаешь. Вот у Рекрута 25.3 и 0.5 там, это в комментариях под результатами. В общем-то все. Приходите еще, пишите комментарии, ставьте лайки москалю на аватарку и вот это все. Все, всем спасибо, ребят, всем пока. Да, всем спасибо, всем пока.